вітаю. Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. Традиційно нагадую, підписуйтесь на наш канал Національної академії наук України, натискайте на дзвіночок, ставте лайки цьому відео. Пишіть коментарі, будь-який прояв вашої активності просуває наше відео та допомагає нам бачити цікавих гостей у цій студії. А просуваючи наш канал, ви робите важливий внесок у популяризацію науки в Україні. Сьогодні ми повертаємось до теми коронавірусу. Хоча ця тема ніколи не зникала з публічного поля, на жаль, він, як і раніше, з нами. І всередині січня, за прогнозами експертів, на нас чекає чергова п'ята хвиля, ну, буквально на наших очах. Цього разу вона спричинена так званим штамом Омікрон. Незважаючи на те, що пандемія триває вже третій рік, питань сьогодні більше, ніж відповіді. Чи ефективні доступні сьогодні щеплення? Чи допомагають бустерні вакцинації? Чи є вже готові ліки, які ефективно можуть нас вилікувати? Ці всі питання та інші ми будемо задавати нашому гості, який, до речі, був першим гостем нашої студії на нашому каналі з початку роботи ще в червні минулого року. Директору Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, академіку наук України національної Михайлу Арсентійовичу Туколу. Вітаю вас, Михайло Арсентійович. Доброго дня. Я не случайно, немножко, может быть, накалил обстановку, но вы сами скажете, случайно или нет. Но действительно, вот все новые и новые вести с фронтов, и вот даже буквально последнее интервью огромное Байдена, по-моему, наполовину оно было посвящено борьбе с ковидом. Сейчас мы видим, что идут массовые опять и тестирование, и призывают людей к бустерным дозам вакцинации. Люди начинают уже бояться, причем это происходит, насколько это в публичном поле, вы это развеете сомнения, что внешне заболевание это проявляется не так сильно, как предыдущие штаммы. Оно даже может быть не совсем заметно, а потом последствия являются очень плохие. Но вот именно вы как генетик, вот именно человек, по-моему, глубже всего понимающий природу этого вируса в нашей стране, вот к вам все-таки такой вопрос. Какие сегодня самые свежие, современные, уже подтвержденные взгляды на этот новый штамм омикрон? К сожалению, все равно данных очень мало относительно этого штамма. Понятно, что он очень неприятный. Вот, и самая большая неприятность в этом штамме, ну, во-первых, он контагиозность его, так сказать, по... Контагиозность? Это его, быстрота инфицирования. У него не в три раза больше, чем альфа, а я бы сказал, в среднем в пять раз больше. Потому что это колеблется данные. Ну, и я вот посмотрел, все-таки бывает и в 7 раз больше, и в 8 раз больше данные. Поэтому средние данные 5 раз. 5 раз это уже серьезно, это не 50%, понимаете? Поэтому мы и видим вот статистические данные. Не по экспоненте возрастает даже у нас в Украине. Как раньше вот за одну неделю дельта, мы да, уже по в три раза больше имеем, или в четыре, чем было до того. Вот. Это очень неприятное, так сказать, свойство, которое он себе отобрал в качестве, во время, так сказать, эволюционирования. Вторая неприятная вещь, а какие там, что у него масса мутаций новых. И самое главное, что у него 35 мутаций есть вот в этом... По сравнению с дельтой. Вот с дельтой, да, в спайковском белке. Вот я вам специально хочу показать картинку. Смотрите, где сравниваем спайк, вот белок, да, а это вот кусочек рецептора, к которому он присоединяется. Вот альфа, видите, желтым это мутации показано.
В дельте вы видите уже немножко больше. Смотрите, что творится в омикроне. Вот этих желтых, ну просто там место... Они у вас зелененькие такие. Не-не-не, мутации желтым показывают. Желтым. Смотрите, сколько здесь, а здесь масса. 35 мутаций только в спайковском белке. Это в этих шипах, вот эти, которые торчат. Это что говорит? Которые самую большую угрозу несут. Те антитела, которые, так сказать, против которых вырабатывается, когда мы вакцинируем, там одни, так сказать, шипики и антитела одни вырабатываются. А здесь же другие уже. А здесь уже другие, понимаете? И вот действительно было очень... Мы все боялись, что будет, ну, обнулены все вакцины. Могут ну обнулиться. Да, особенно нам, у нас проблема, Украина полностью на 100% зависит от вакцин, которые нам дают. Поэтому понимать бы хотя бы, какие вакцины лучше, чтобы нам давали, и насколько они сегодня эффективны, да, от этого. Ну вот, насколько до последней недели были данные, что вот, многие вакцины слабее на 50, 60, 30%. Угу. Вот. Слава Богу, вышла в этом, на этой неделе статья в Science свежая, где сравнивали уже там от 150 до 300 пациентов, которые дважды вакцинировались и бустерной дозой вакцинировались Pfizer. Угу. Хорошие результаты. Когда дважды вакцинируется человек, все равно на 30% минимум падает защита. Когда бустерной дозой, Pfizer, ну здесь про Pfizer шла речь, вот, доходит до 100% защиты, почти 100% защита. Причем бустерная может быть другая вакцина, не, по сравнению с предыдущими. Я вам говорю про статью в Science, где только Pfizer, про Pfizer. А, только Pfizer был, да. Вот. Поэтому это хорошая новость, и вот я думаю, что, ну, я призываю всех вакцинироваться бустерной дозой, желательно, конечно, Pfizer или Moderna, которая очень близка к ней. Про другие, я не знаю, данных нету, вот данные очень хорошие, вот эти, вот, которым я верю, журнал серьезный, там... Ну, в Science, да, что попало и кого попало, там не печатают. Не может быть что-нибудь, да, не такого. Угу. Вот, поэтому это хорошая новость. А теперь, что нам делать? Ну, нам надо, мы вот действительно стоим с протянутой рукой и ждем, когда нам кто-то дадут третью, да, третью бустерную дозу. Но еще с одной протянутой рукой, мне кажется, что ведь вы сказали о специфической, о большой специфичности омикрона. Существующие тест-системы, которые вы первые разработали в Украине, и которые, к большому сожалению, это была, конечно, не лучшая страница в истории нашей медицины и нашего деятельности Кабинета министров, что не дали возможность создать собственное такое массовое производство ПЦР ваших. Но оставим в стороне. Вот сейчас, для того, чтобы определять вот именно омикрон, достаточно ли тех тестов, которые сегодня находятся, ну, во всех абсолютно медицинских вот этих центрах анализа, которых множество, скажем, по Киеву? Я, если честно, глубоко не знаю, как они это делают, но то, что, так сказать, я знаю отзвуки, вот, они делают непрямым методом. Скорее всего, они делают, у них есть тест-системы, завезли очень много на дельту. Угу. А омикрон ушел от альфы, линия. Поэтому желательно, чтобы они когда, на альфу были. Когда они приходят, пациент, и видят по симптомам, что у него ковид, и не работает на дельте, внимание, это значит что-то вот не то, что-то скорее омикрон. И потом есть следующий этап, это секвенирование. Вот сейчас то есть определение структуры РНК. Полногеномное секвенирование. Угу. Хотя мы, между прочим, запатентовали новый метод, где не полное секвенирование, а только секвенирование вот этого участка, что на порядок дешевле. Вот. Но пока что приложение... То есть участка, связанного с этими вот шипами. Вот с шипиком, да. Угу. Это очень дешево, ну, почти на порядок дешевле, чем полногеномное секвенирование. Вот. И если честно...
как будто бы понимают наши руководители, что надо вот разрабатывать эту систему, и вот внедрили такую программу, она еще до конца не развилась. Программа называется «Биокластер». Биокластер, я слышал. И в этом биокластере было в конце прошлого года объявлено несколько конкурсов на разработку тест-систем. Мы подали три проекта, вот, и выиграли из них два. Из них два был, один не относится к коронавирусу, это к Сибирку, а другой к коронавирусу. Вот там мы предлагали комбинированные тест-системы на вирус этот и на грипп. Вот. Потому что сейчас эпидемия гриппа идет большая. А вот ту тест-систему, где мы предлагали на мутанты, вот как раз и омикрон, мы проиграли. Кому? Кто-то выиграл из Харькова, я так подозреваю. Но я не знаю, как там события происходят. Довели... А кто там может это сделать? А вот там у Ярославского есть какой-то центр. Там есть такой индустриальный парк, где даны возможности развиваться разные направления. Это совершенно недавно, по-моему, ребята, которые здесь в Киеве имели, я не помню. А, наверное, кто-то переехал из Киева. И они переехали не туда. Наверное. Вот. Я не знаю, на каком этапе они сейчас находятся. Но мы вот согласились дальше продолжать секвенирование. Если нам дадут образцы вот эти, мы будем секвенировать, потому что надо разобраться, как, где идет. Я могу вам, когда вас там... А какие сроки, вы думаете, уже серийного производства таких тестов ПЦР на омикрон могут появиться? Я не знаю. Сейчас это разгар, сейчас это важно. Я думаю, что, понимаете, в чем дело? Вот с того, что мы видим по другим странам, омикрон, вот эта волна, занимает где-то полтора месяца. Через полтора месяца... Это уже не актуально. Вот можете сегодняшнего дня посчитать, зафиксировать себя и проверить, обманул я вас или нет. Я думаю, что где-то к 8 марта дамы могут поснимать свои эти, потому что будет... Но там будет что-то другое. Но я об этом могу... Из этой же темы. Сказать, я не знаю, если или вы прервете, или скажете. Вот когда вы можете спросить, что мы сделали в институте, я тогда могу сказать. Вот, конечно, мы сейчас к этому придем. Но вот смотрите, главный все-таки вопрос возникает. Мы каждый раз не готовимся, понимая, что произойдет какая-то волна. Потом начинается суета, чтобы догнать. А проблема уже уходит, хотя умение заниматься этой проблемой, оно, естественно, остается и улучшается. Да, мы совершенствуемся. Но, казалось бы, надо теперь уже, наделав столько, так сказать, ошибок, не подготовились, и как мы пропустили бездарно лето 2020 года особенно. Ну и потом, по сути, мы не сделали ни одного шага ни в сторону вакцины, ни в сторону действительно усиления единого национального, может быть, это двух национальных мощных центров, которые готовы буквально уже за дни выдавать вот архитектуру, ну, по сути, архитектуру в ПЦР-тестах, то есть тех элементов, которые шивку получают с молекулами РНК и дают там с помощью люминофором соответствующие сигналы, да, чтобы сразу же буквально в первые дни создавать тест-системы. Вот это просматривается, что мы готовимся как-то к такому? Дело в том, что мне приходит, так сказать, я изначально, наш институт, в том числе и я, поднимал только еще проблему и обращали внимание наших руководителей, что это серьезно, не на два дня. Вот. И это было не так просто переубеждать. Вот. И потихонечку они так прислушиваются уже и кое-что делают, но далеко не то, что мы хотели. Вот мы говорили про такие центры, да, была идея, что создать, они назвали это биокластером, ну, возле ныне там. Вот, да, мы собирались, помню, в офисе президента, вот, обсуждали, пока что даже это уже было год назад или больше. Концепция этого биокластера до конца не утверждена, не развита.
Вот. И мы отстаем очень серьезно, и какие-то уроки, конечно, Министерство здравоохранения извлекает. Да, они уже в областях наконец-то поставили анализы, слава богу. Они как-то подтягивают эти области вот к тем, что раньше у нас был санэпидемстанции, вот как кого-то. Но это идет, и мы уже прошли три волны, а... Ну, научились они там ПЦР делать замечательно очень. Вот. Но, опять же, если с той стороны, а что мы делаем на будущее? Делаем ли мы свои ПЦР-тест-системы? Сейчас в Америке страшный дефицит ПЦР-тест-систем. Вы понимаете? Там же сейчас не только на омикрон. До миллиона в день заболеваний. Скоро у нас будет то же самое, я так думаю. А что мы делаем относительно... разработки наших вакцин, да, ну, очень слабо все что-то делаем. Ну, вот. Это вообще нельзя и, даже назвать. А про лекарства я даже не говорю, потому что вопрос лекарств антивирусные сейчас, препараты, сейчас да. становится ребром очень серьезно, потому что, вы же видите, вакцины подмываются, вакцин нету, скоро их будет недостаток. Вот, и есть у нас люди, которые антивакцинаторы, которым нельзя вакцинироваться. Дети, например, и, ну и многие там с иммунными болезнями. Надо серьезно, это Украина потенциально серьезная страна, которая может это делать. Не, ну то, что за вами стоят полная архитектура и умение создавать ПЦР-системы, это да. У нас есть прекрасная компания Диапроф, которая может создавать и тест-системы на... антитела по иммуноферментному анализу, да. А вот, кстати, какое состояние сейчас ИФА тестов по определению специфических антител, которые образуются в результате вот, омикрона? Дело в том, что антитела, конечно, это немножко перегнули палочку. Вот. Антитела вообще не очень это отражает ситуацию. Понимаете? Специфичность, да? Антигены. Это замечательная штука. Антитела не коррелируют с заболеванием, по большому счету, потому что важнейшую роль играет то Т-клеточный иммунитет, понимаете? Ну да, базовый, а не гуморальный. Да. Иногда бывает, человек переболел, и у него нет антитела. И у него антитела или нет, или на очень низком уровне. Да. Поэтому антиген, это да, он показывает. ПЦР реакция, в смысле тест-система, самая надежная и самая важная. Чтобы вот пропустить, уже закончить с темой ПЦР-тестов и еще раз напомнить нашим зрителям, что вы имеете возможность создавать комбинированные адресные ПЦР-тесты и для всех мутаций омикрона, и для других штаммов, которые могут быть, и одновременно делать такие сложные ПЦР-системы, которые, наверное, так нужны сегодня. То, что каждый житель, каждый наш желающий сделать себе ПЦР платит там минимум 600, 700, 800 гривен, это вообще в состоянии преодолеть пандемию? Вот не является ли все-таки таким общегосударственным делом сделать бесплатными ПЦР-тесты? Во-первых, тут два вопроса. Можно их удешевить. И вот я попытаюсь сейчас вам найти картинку, чтобы не только на словах. Ну, пока на словах я сейчас вот найду. Дело в том, что мы вот сейчас завершили программу или проект Фонда национальных исследований, да? Где мы сделали 5 различных тест-систем, в основном комбинированные. И одна из этих тест-систем, как мы говорим, упрощенная, дешевая тест-система, вот, которая не требует... Вот, все эти ПЦР-тест-системы, которые сейчас везде у нас работают, они требуют очень дорогого оборудования. PCR-машины, вот, которая стоит 1 200 000 гривен. Вот, которая работает флуоресцентно, там показывает, как ПЦР прошла, зависит от, вот, там лазеры есть и так дальше, может несколько лазеров быть. Вот. Мы разработали тест-систему, которая основана на хроматографическом... Просто визуализации цветной, да? Да, визуализация у нас происходит
Вот я не знаю, как бы мне увеличить, но я вам показываю. Ну, да, ну мы выведем потом это. Да, при, да. Когда смотрите, здесь нужна только PCR-машина обычная. Тут не надо детектировать, тут провести реакцию PCR. Эта машина в 20 раз дешевле стоит, чем обычная эта. Потом 10 минут идет хроматография на бумажке, и вот как вы UAF в тесте, вы видите полоску, значит, чувствительность абсолютно такая же. Ну, казалось бы. Вот мы одну, дать возможность, да, чтобы одну это уже появилось. Одну из тех систем мы предлагаем такую, которую ну, мы там написали. Да, вот тут, это передо, мне мной, кажется, передо мной отчет да, лежит. Да. Тут вот та же ситуация, что сегодня задавит нас, производителей, поставщики этих машин, конечно, которые задавят, находятся за границей, и соответствующих там, маркеров и так далее. Поэтому тут нужно очень серьезно становиться на позиции наших национальных интересов. И по сути в этом одна проблема только. Причем мы, вот, пожалуйста, вот пример вам, видите, это такая полоска бумажка, вы капаете свой PCR-продукт сюда, вот, проводите хромотографию моноклональными антителами против тех, если на праймерах сидят специальные эти, и все, и вы видите, вот полоска, проверка. Это на образцах ковидовских больных, видите? Есть полоска, значит, есть ковид. Потрясающе. И внутренний контроль. Казалось бы, да. Вот да, мы такое готовы делать, и это будет значительно дешевле, может даже на порядок, или раз в пять так точно будет дешевле, ну и тогда действительно государство может на себя все эти затраты. Расходы, взять. Конечно. Конечно. Потому что что сегодня, я даже слышал об этом. Делать? Тогда не будет вот этого желания коммерсантов на этом сильно заработать, потому что эти системы будут дешевые, и государство будет дешево. Поэтому вот так бы было бы лучше. Вот. Такие-то системы мы запросто можем предложить. Вот. А есть страны, в которых ПЦР-тесты бесплатные? Есть, конечно. Любым желающим. В очень многих странах бесплатные. По-моему, не можете назвать? Сейчас в Италии бесплатные, по-моему, тесты. В Польше, кажется, тоже бесплатные. Потому что людей, я знаю, что есть людей ограничивают очень сильно сейчас, когда они подумают, что семья из 4 человек по 800 гривен, это для них просто цены, по домашнему бюджету сильно бьет. И многие люди, зная, что у них омикрон, а такие люди уже, ну, я слышал, и доверяю некоторым близким своим контактам, что люди уходят на работу, выходят, ходят за покупками, никакой самоизоляции, ничего, и не повторяют тест из-за того, что это дорого я для семьи. Я знаю, мои сотрудники тоже. Ну вот, понимаете, это, как бороться это тогда с пандемией? Надо пойти, да, да, согласен. Когда да, через, на проблема. Самом деле чрезвычайная ситуация сейчас. Дело в том, что вот вы в самом начале сказали очень правильный тезис. Мы должны думать не только о сегодняшнем омикроне и это. Эта ситуация теперь на всю жизнь, и не только нашу, наших детей и внуков. Вот, потому что если вырвались уже вирусы, у нас время от времени вырываются и другие вирусы, и бактерии. Вот, надо систему отрабатывать борьбы с ними, потому что если мы хотим выжить по большому счету, вот, мы должны готовиться к такой борьбе. Вот. И каждая страна обязана это на себя рассчитывать в первую очередь, потому что мы же уже видели, как нас... Только на себя. С тестами мы уже пережили, мы пережили это уже с вакцинами. И если дальше мы будем ничего не делать... Страна без своих вакцин – это полностью разоруженная страна. О какой силе нужно говорить, о каком противодействии внешней слава агрессии, Богу, действительно, когда мы не можем хоть, справиться с этим. Хоть как-то вообще правительство всех, и наше в том числе, посмотрели на медицину. В каком-то, с точки зрения ее научного обеспечения, нет, технологического. Бы, не даже хотя бы на медицину. Да, да, хотя бы. А теперь вопрос заключается, глубже посмотреть, с точки зрения ее научного обеспечения и так дальше. Потому что... Ну вот, это же не секрет, что сейчас все перестроились на инфекционные болезни, а болезни онкологические, сердечно-сосудистые, они же в сторонке же, покажут. Да, это не а меньше с ними бич. Тоже надо работать, и там должна быть серьезная научная основа для того, чтобы... Вот.
Вот тут пока что я продвижу. Николай Васильевич, но то, что вот сегодня вы сказали, сказали вы очень важные вещи. Омикрон – это не просто пустяк, который можно переходить на ногах, как обычный грипп. Это очень опасная вещь, имеет серьезные последствия. Вот. Тоже последствия для легких, которых потом как лечить и какие получаются потом осложнения на многое, на длительное время, может быть, на многое время. Второе, что мы продвинулись очень серьезно в научном плане, и у вас, благодаря вот тем даже результатам, проектам, сегодня есть весь арсенал для того, чтобы создавать ПЦР-системы комбинированные, нацеленные на разные штаммы обычного гриппа и на разные мутации того же коронавируса. И главное, что мы сейчас не делаем, это мы не создаем медицинскую и социальную базу и экономическую для того, чтобы мы двинули свою систему раннего предупреждения опасностей и своевременных мер для того, чтобы ее ликвидировать. Ликвидировать, безусловно, и санитарно эпидемиологическими методами, там, чтобы была самоизоляция, там, локально нужные санитарные правила. Но главное, чтобы были доступные тесты, доступные адресные тесты, чтобы было собственное украинское производство этих ПЦР-тестов. И, безусловно, что мы уже дальше не можем переходить уже в 22-й год без собственной вакцины. И я понимаю так, что продолжение вашей работы здесь очень большое наблюдается. В каких направлениях вот ставите вы задачи перед своим институтом и в целом в академии? Вот я вам хотел бы, вот, так сказать, вы начали очень хорошо, что мы не готовы. А вот результаты наших исследований по полногеномному секвенированию предупреждали мы правительство дважды, вот, что идет новый штамм. Я, по-моему, прошлый когда раз... Начали? Нет, когда начали? Мы говорили с января, с февраля, да. Регулярно секвенировать. Вы говорили вначале, что омикрона не было тогда еще. Не-не, это было с февраля, там даже не про омикрон шла речь, а про первый британский штамм. Угу. Вот мы определили первый раз британский штамм, вот, лютый, видите? Мы показали там не на многих, на 20 образцах. Оказалось, еще никто не знал, что у нас британский штамм уже зашел. А мы показали, что, я не помню, кажется, в Ивано-Франковской области и в Киеве уже есть британский штамм. Мы сигнал дали МОЗу, РНБО. Они не знают, что какой вывод с этого сделали. Вот. Потом... Вот я вот хочу просто, тогда я вам на словах говорил про эффект бутылочного горлышка, да? Угу. Я помню, кажется, да. Вам рассказывал про этот эффект. И вот теперь мы можем на результате посмотреть. Вот это в феврале уже был спад. Все расслабились, и люди расслабились, и руководители расслабились. Да. А я говорил, что вот в этот момент меньше всего надо расслабляться эпидемиологическим службам, и все, потому что может грозить новый штамм. Так оно и получилось. Вот альфа зашла как раз вот в это горлышко. И вот потом мы имели вот в мае и дальше серьезный подъем альфы. Урока никакого не извлекли. Опять мы говорим, начинается дельта в червне. В червне мы уже показали, что серьезный процент дельты зашел на Украине. 36%. Это прошлого года. Этого года. А, уже, да. 36%. Нет, в червне это прошлого года. Червень, да, прошлого. Да, прошлого, извините. Угу. Что зашла уже дельта сюда. Потом мы в липне показываем, что ее уже половина. Вот. А потом еще российская мутация. Не-не, подождите. Да. И вот смотрите. Вот мы зафиксировали дельту. Вот. Опять же, горлышко это, да? Здесь все расслабились летом. А мы говорим, мы бьем колокола, дельта. Угу.
Никто ничего не делает. Не, все-таки РНБО собрало, я насколько помню, коллегиальный орган, что-то там им дали, какие-то были ограничения. Но тут нужно было и серьезные ограничения, по большому счету. Потому что вот результат работы. И все. Все. Да, да. Пик какой большой. Что творилось? Пик большой. И вот сейчас повторяется та же самая ситуация с Омиконом. Вот то, то есть у нас на самом деле вот опять, единого смотрите, штаба. Опять горлышко, да, и опять новый штаб. Да. Вот то, как я понимаю, у нас единый штаб со всеми полномочиями, которые сегодня должен быть, и при котором должна быть служба быстрого реагирования, вы со своими секвенаторами, которые представлены в разных областях Украины, на сегодня он, в общем-то, есть, я так понимаю, при РНБО, да? Но он не в состоянии через свой аппарат повлиять на координацию всех правительственных органов. Ну, да? Мы же видим результат. Да. Я не Скажите, вижу. Может быть, не то место, может быть, это все-таки офис президента, поскольку он всесилен. Лучше, я не знаю. Лучше я... оттуда, чтобы строить все-таки систему координации. Ясно, что с участием РНБО и так далее. Ну, вот в Америке, по-моему, выстроено более логично все, но тем не менее там тоже проблемы, потому что тут же проблема с двух сторон. Как социально это надо обеспечить, вот, и как люди на это реагируют. Угу. Но нужно пример показывать. Вот. Почему вот здесь не было, должна быть серьезная вакцинация, понимаете? Да, именно в этом месте. Вот, если бы здесь была сделана серьезная вакцинация, вот. Угу. А там не было этой серьезной вакцинации, к сожалению. Вот уже потом, когда мы вышли на пик этой дельты, то уже пошла вакцина по 120 тысяч. Угу. Надо здесь было делать 120 тысяч, понимаете? Понятно. И тогда бы мы это сгладили, этот пик. Вот сейчас омикрон обгонит. На следующей неделе вы увидите, уже сегодня 20 тысяч, да? Угу. На следующей неделе будет 30 тысяч, обгонит. Опять же, опять расслабились с вакцинацией, понимаете, в чем дело? И уже тут бустерную дозу надо серьезно делать. Ну, многие делают, уже но почему-то все, уже очень поздно. Плохо я переносят. Боюсь, что уже, ну, боюсь. Что тут я бояться буду? Мы сейчас увидим, что все поздно. Ну, я думаю, что, Михаил Александрович, мы с вами и тогда договорились, сейчас это подтверждаем, что информация от вас, она всегда актуальна, к большому сожалению, подчеркну, к сожалению, актуальна, потому что эта проблема не исчезнет с омикроном. Возможности к ее подготовке у нас есть. Сегодня нужно четкое осознание, что дальше так относиться к этому временами в виде пиара, временами в виде отдельными проектами нельзя. Должна быть системная работа, вот так, как мы с вами говорили, мониторинг, заранее предупреждать, что были все диагностические системы для этого готовы буквально завтра, чтобы был серийный выпуск для всего населения страны. И тут же вслед соответствующая адресная вакцина. И тогда, ну и понятно, что это сложнее, может даже проблема от создания, весь мир над этим работает, создание антивирусных препаратов, вот не универсальных, а желательно еще таких вот целевых для этой проблемы. Ну и никуда мы от этой проблемы не уйдем. И эта проблема может решаться только нами для своей страны. Более того, мы можем даже результатами это вполне выводить на внешние рынки, учитывая, если мы маски уже поставляли когда-то в Италию и так далее, и в США, по-моему, даже, то тем более эти вещи мы более заинтересованы. Но координации здесь все-таки нет. Ну, я с вами согласен, что только системный подход может помочь решить такие серьезные глобальные проблемы. Такими точечными ударами, как у нас думали, что это решить, невозможно. И тем более нельзя решить эту проблему с помощью коммерции. Да. Там мы что-то прикупим, там что-то замажем. Это не проходит. Вот глобальная мы проблема. Мы все купим. Они сначала сами используют, потом продадут нам, когда это уже не нужно никому. Ну да, а мы заплатим только деньги, развивая другие страны. Вот завалили тест-системами наше громадское здоровье для Дельта. Та Дельта не нужна уже была. Я помню,
было совещание наше с ВОЗом. Угу. Вот, и когда мы рассказывали про наши достижения по секвенированию, был серьезный такой консорциум европейский. Вот. И кто-то с наших представителей громадского здоровья сказал, а вот у нас уже есть тест-системы на Дельта, а этот руководитель или модератор говорит, да зачем они вам нужны? Вот. Вам же уже показали, что у вас 100% Дельты. Да, и все. Что вам эти тесты? Будем считать, надо что... Надо очень быстро все это переделывать и оперативно, но, к сожалению... Игорь Арсеньевич, мне кажется, все-таки это уже хороший... Удар, говорится, колокола, который звонит по тебе. И последнее уже предупреждение, чтобы взяться за это дело все так, как надо. А вы правильно, и слово это сегодня мы употребляем системно. Мы в своем институте свое дело делаем. Караван идет, потому что мы понимаем, что... Каравану нужна еда. Да, мы понимаем. Нужно... У нас вот, это могу сказать, что... Мы сейчас создали лабораторию по БСЛ-2, которую мы можем, вот она сейчас уже будет, так сказать, оснащена, мы закончили, то есть там чистое помещение есть, которое работает, ну, на самом высоком уровне, где можно делать и тест-системы, вот, ну, создавать, по крайней мере, можно. К нам присоединился центр инновационных биотехнологий, да, на котором да, мы можем выпускать уже. Угу. Вот, там нам осталось только кое-что с бумажных вещей сделать. Аттестовать? Аттестации, да. Угу. Вот. И мы уже станем самодостаточными. Ну, здорово. Мы, маленькая такая будет уже институт, так сказать, создавать и выпускать. И фирма будет вот. Выпускать. Потому ну, что, ну не знаю, другого выхода нету, я угу. вижу. Надо что-то делать, и мы делаем. Ну, здорово. На этом, я думаю, что вот на таком позитиве и на фоне негативной темы, мне кажется, можно вполне на сегодня остановить наш диалог. И, конечно, как всегда, ждем новостей. Наверняка новости здесь появятся, потому что это, к сожалению, ковид приносит все новые и новые сюрпризы нам. Не, ну, смотрите, я как человек, конечно, так, как пересечена людина, надеюсь на оптимизм, потому что, да, действительно, этот, возможно, омикрон сам себя загонит в угол, и потому что у него же симптомы не такие страшные, ну, будем там болеть. Вот. Ну, как ученый, я... Опять же, не уверены в этом. Чувствую, что будет опять горлышко бутылки где-то и да. снова, это... ну, уже же вы знаете, 4 случая есть мутанта омикрона, да, в Швеции. Нет, никто да. этого не знал, только вы знаете. Да, вот это 4 мутанта омикрона, интересно. Они еще, шведы, кажется, уже опубликовали, но наши mm-hmm. ребята еще не проанализировали. В шведов, в чехов... И в Китае в 2 местах нашли уже мутанты этого омикрона. Вот. Но самое опасное, конечно, как я вам в прошлый раз говорил, рекомбинация, которая очень редкая ситуация, да. конечно. Там когда одна... в клетке встретятся да. но эти есть, друзья. Не дай бог. Но вот мы про mm-hmm. российские с вами не говорили. Да, вот, в последнее секвенирование, которое мы делали в... декабре, да, мы там обнаружили, что у нас в Украине очень много российского штамма да. Y-122. Вот. Но он уже не такой уж российский, у него там тоже куча мутаций. Вот. И мы такое опасение высказали, что это может привести к серьезным этим. И сейчас тот всплеск, который мы видим, угу. я на 100%, пока мы не просеквенируем, вот сейчас угу. образцы не соберем, не уверен, это связано с омикроном или с вот тем штаммом что? Российским. Что и то же самое в России. Я не уверен, что там в России уже так быстро омикрон распространился. Вот. Возможно, то этот есть мы штамм... говорим об омикроне сейчас, а на самом да, деле а на может самом быть деле о штамме? Этот может штамм уже еще получить какую-то интриги. Мутацию, да. и не исключено, что это он развивает ну, эту волну. Это надо мониторить, чтобы разобраться. Тем более мы ждем от вас надо внеочередных
новостей, потому что знание проблемы как-то уже немножко дает, нас самих, по крайней мере, просто вооружает быть более осторожными. Понимаете, вот нету системности. Мы же это делаем на волонтерских началах. В том-то и дело, ребята, что вашему каравану сказали, не хватает денег на еду. У меня уже новых 2 гранта, где он по канцеру, уже я, так сказать, хотел зарядить ребят работать на те гранты, собирать образцы там надо, тоже очень серьезный грант. Ребята говорят, ну вот, надо же подставить плечо все-таки. В своей родной стране. Да, ну давайте будем еще омикрон, ну в смысле секвенировать еще по этому. Ну будем, я за. Вот. Михаил Арсеньевич. Они за это деньги ничего не получают. Это ж, ну вот это, в этом и парадокс, который вообще он как это, дистанцирует от той точки, где должны решаться проблемы. Но опять-таки я снова повторюсь. Хочется надеяться, что это последний урок, который нам сейчас преподнесен, и все-таки возьмемся за голову, и вместо так бравурных реляций, что мы боремся, на самом деле по-настоящему начинает с этим бороться. Мы будем надеяться. Спасибо огромное, да. Михаил Арсентьевич. Да. Шановні колеги, ми сьогодні говорили з директором Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України з Михайлом Арсентьевичем Тукалом. Цікавіші речі, які ще більше, мені здається, можуть заінтригувати всіх на майбутнє, сьогодні піднімалися у нас. Але важливо, що ми говоримо не тільки вже про нові штами омікрону. Ми не говоримо, що сьогодні ще може розповсюджуватись і мутації специфічні дельти цього самого ковіду. А що сьогодні треба максимально зосередитись в організаційній системній роботі для того, щоб і бути напередодні будь-якого штаму, готовими зустріти його, і як його потім подолати. І сьогодні саме в наших вчених, і в наших структурах, і державних, організаційних структурах є всі можливості зорганізувати свою роботу. Тому що вже уроки ми пройшли і минулого року, і цього року, і вже час робити висновки. Дякуємо вам всім за увагу. Я дивлюся, що вам було цікаво, і наступні наші передачі також будуть дуже велику зацікавленість, я сподіваюся, викличуть. Дякую всім.